Делать мир ярче и добрее. Благотворительный проект телекомпании ВТВ «Улыбка ребенка» продолжает дарить радость нуждающимся детям. В прошлом выпуске новостей в рамках акции мы рассказывали о судьбе сестер Грачевых, 8-летних двойняшках Сони и Саши и их старшей сестре Жене. Горькая история девочек, которых воспитывает бабушка, а родная мать, которая предпочла детям спиртное и отказалась от них, не оставила равнодушной нашу телекомпанию, а также сеть магазинов детских игрушек «Тутси». Сбылась давняя мечта сестренок. Теперь у них появились собственные двухколесные велосипеды, на которых девчонки будут ездить и преодолевать любые преграды. Нам очень понравились велосипеды. Мы у бабушки просили у Жени, купите нам велосипеды, купите нам велосипеды. Они нам говорили, потом, когда деньги будут. Большое спасибо, благодарна мы вам очень за помощь, за велосипеды, за это ВТВ и магазин «Тутси». Спасибо, дай Бог вам всем здоровья и не забывайте нас.